Интерьер можно украсить не только готовыми фотографиями или картинами, а взять, например, обычную рамку, занести туда мотивирующую фразу и повесить на стенку, чем мы сегодня и займемся. Мы подготовили заранее эскиз, выполнив леттеринг в стиле антиква. Сейчас будем переносить эскиз на чистовик. Для этого мягким карандашом с обратной стороны мы проходим весь эскиз, чтобы он затем отпечатался у нас на листе. Это очень удобно делать для того, чтобы не использовать копировальную бумагу, потому что копировальная бумага оставляет следы, которые ничем не убрать. После того, как мы полностью заштриховали весь лист, накладываем его на чистый, соединяем и начинаем обводить полностью весь рисунок для того, чтобы у нас отпечаталось на другом листе. Леттеринг – это направление в искусстве рисования красивых букв. Чем отличается леттеринг от каллиграфии? Каллиграфия – это рисование букв сразу, пером, кистью, тушью, возможно, там еще какими-то предметами. А леттеринг – это рисование букв и составление композиции из красивых букв. После того, как перенесли эскиз карандашом, раскрашиваем линиями и маркерами. После того, как мы все доделали, осталось только оформить рамку. Напишите свою любимую фразу, и пусть она вас вдохновляет каждый день. Верьте в себя, и у вас все получится.